25 марта Конаковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя регионального следственного комитета и избрал в отношении жителя поселка Новозавидовский меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вечером 21 марта 30-летний мужчина совместно со своим знакомым распивали спиртное в бытовке поселка Новозавидовский. После словесного конфликта между ними произошла драка, в ходе которой мужчина нанес не менее 5 ударов кулаками в область лица и головы оппонента и не менее 2 ударов ногами по голове. Потерпевший упал, а злоумышленник пошел домой. На следующий день вернулся и обнаружил избитого знакомого без сознания. Приятели помогли ему довести потерпевшего до больницы, но живым избитого до больницы довести не успели. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий. В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следственным отделом по городу Кимра регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия МДС «Микро», подозреваемого в частичной и полной невыплате заработной платы своим подчиненным. По версии следствия, в период с 2018 по март 2020 года зарплату недополучали или не получали вовсе свыше нескольких месяцев 62 работника предприятия. Задолженность по невыплате составила почти 8 миллионов рублей. Сейчас следователи допрашивают сотрудников предприятия, изымают бухгалтерскую документацию, назначено проведение ряда судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.